Приветствую всех зрителей канала. У нас завершающая миссия по драйверу Сан-Франциско. Продолжение первой части. Ну и думаю, что сегодня мы уже закончим с этим. Я надеюсь, что не придется по новой начинать эту миссию. То есть это все были новости по телеку у меня в голове. Я ничего не исправил. Все равно, Попа Джерико, это полный бред. Ну, вроде как поудачнее получилось, чем в предыдущей серии. У него там перезарядка, что ли? То он постоянно это делает, то... Как она взорвалась? Ебать. Ебать. Как же это охуительно. Почему я не могу отбивать? Почему у меня нет никакого силового поля в голове? Ты сука. И почему у машины самонаводка, блин? На такие дальние расстояния. Как тебе такое, сука? Ладно, мы просто на дорогу падали, так они же в меня летят. Джерико, брат, давай просто поговорим. Зачем тебе все это? Мне интересно, у него запас прочности транспортного средства меняется от ударов? Красное такси. А, это не такси. То есть, если я медленно еду, он замедляется. Если я ускоряюсь, он тоже ускоряется. Мы никак не можем догнать его в этой миссии. С другой стороны, мы можем максимально держаться к нему, я так понимаю, да? Ах ты, сука, нет, он не дает. Бля. Просто я подумал, что мы можем, возможно, прижаться к нему и тем самым сделать себе щит. Так, предыдущий раз мы здесь проиграли. Да-да-да, мы это уже слышали. Но я точно знаю одно. Бомба с отравой, это куда делся? То есть я там совсем чуть-чуть не прошел в предыдущей серии, да? О, сука. Ну хотя бы машину бы чинили. Скучал. Ты сука, а? Пару часов назад я нас обоих вогнал бы в стену, если бы так можно было тебя убить. Что ж, передумал. Пороху не хватило, что ли? Это все мой бред. Какой в этом смысл? Для удовольствия. Набить мне морду. Переломать ребра. Пустить кровь. Ты же этого хочешь. Самое интересное, что Джерико у нас в подсознании. Тебе отказывать. А дальше? Дальше мы все это повторим. Еще и еще. Пока ты не собьешь пальцы до костей. Или не отдашь, наконец, Богу душу. Знаешь, кома — это удобное слово для умирающих. Кто знает, сколько у тебя времени. Не трать ни секунды на ерунду. Мы можем начать убивать друг друга прямо да сейчас. Да сукин ты сын! Вот так-то лучше! Что бы ты ни задумал, делай это быстро! В воздухе пахнет смертью, Таннер! Я буду задавать вопросы, урод! Ну-ну, посмотрим. Когда я очнулся, в больнице, в новостях передавали химическая бомба или... Это же не мой стиль. Джерико не террорист. И если это не вендетта или план месть, мести, то... скорее в твоем духе, Таннер. Хотя кто тут у нас в чьих мозгах, да? Да, это не он. Он гораздо умнее. Спасибо. Стоп. Устраивать взрыв... Он бы не стал. А вот заставить людей поверить в бомбу... Гениально. Центр опустеет. Город будет беззащитен. Черт, я должен проснуться. Хм. Удачи тебе в этом. Так, все. Давай, Джон. Проснись.
уже, проснись! Давай, черт возьми! Давай, черт возьми! Проснись! А, черт! Минуточку, шоссе в голове. Машины в голове. Джерико в голове. Класс! Ладно, тогда я тоже могу швырять тачки. Боже! Правила поменялись, Джерико! А, вон оно что. Так вот, Джерико как антигерой здесь, только вот... пока мы в коме. Видите, вот это вот. Получи. Да. Еще есть Джерико в начале игры и в конце игры, который как злодей игровой. Все остальное это просто мы выдумали, получается. Ебать. Подхватил, сука. Тебе крышка, чувак. Блин, ну я-то походу сдохну быстрее такими темпами. Я научился держать удар, Джерико, и меня ничто не остановит. Да не уйдет он, не сын. Вот это. Я сейчас тебя на запчасти. А, поймать я вот могу, вот это меня не могу, нихера, но... Бля, вот это весело, конечно. Можно вообще забить хер на происходящее на экране и просто... Надо навалиться из последних сил, иначе я труп. Поехали, ты чё? Ну, ускоряйся ты. Так, быстро к нему. Это в него. Терпи, Джон. Надо подобраться бы... А, блин, надо по встречке что-нибудь выпустить в него. Бля, точку ты тут уже не... Вот блять, ну чё, ну где нормальный залет есть у него, нет? Давай, чё, разок. Это всё у тебя в голове? Да. Г мои тачки ещё дай в голове. Блять, он ту хочу. Итак, вот оно. Последний шанс. Последний шанс выжить. Чё? Он её? А ну-ка... Ебни, блядь. Нихера, да? А это? Я его одолел. Сыда, попался. Всё, Джон, проснись. Время пришло. Органы правопорядка пытаются установить, связано ли похищение листовой платины с возникшей сегодня угрозой. После внезапной эвакуации Сан-Франциско местные владельцы магазинов опасаются Джонс. Грабежей. Тонна. Тысячи перепуганных обитателей центральных эй, чувак, районов как же ожидают, рад, что пока ты полиция наконец... перекроет последние выключи, дороги, чертов ведущие ящик, в город. Пока я в него не выстрелил. Эвакуация центра города продолжается. Силы правопорядка... Ложись обратно в постель. Я... Ключи от машины. Тебе нужны штаны. И про машину плохие новости. Дай свои штаны. Что-что? Слушай, Джонс, у нас нет времени. Мне срочно надо в центр. Тебе надо оставаться в постели. Слушай, тебе нелегко пришлось, но ты несешь полный бред. Не говори со мной как с психом. Я понимаю, как это звучит, но я не свихнулся. Ты должен поверить. Ты веришь, да? Почти всегда. Ну да. Никакой бомбы нет. То есть как это нет бомбы? Это уловка. У Джерико совсем другой план. Слушай, поверь мне, я знаю, что говорю. Отлично. Но воровать себе штаны ты будешь сам. Спасибо. Блин, а способностей у нас нет? Розовые комары. Замечательно. Вот и я. Ну так, умнее твой план не знаю. Органы правопорядка еще раз повторяют свой призыв ко всем тем, кто остался в центре города. Немедленно покиньте этот район любыми способами. Пока мы располагаем крайне скудной информацией, известно о похищении большого количества компонентов для движения создания в ту сторону газа, которые предположительно были использованы.
использована для производства химического оружия. Полиция подтвердила, что угроза поступила от беглого преступника Чарльза Джерико, но никаких требований не последовало. Мы только что получили известие, что полицейские отряды саперов были выведены из центра города. Нам приказали эвакуироваться. Это произойдет? Что за... Боже, я вижу огромное облако газа. Выше зданий. Быстро движется. Нам надо бежать. Огромная туча газа ползет по улице. Бежим! Помехи? Связь не работает. Но почему яд действует на радиоволны? Так, я жив. Значит, это не цианид. Это просто дымовая завеса. Но зачем? Прикольно, прикольно. Чем видеть что-нибудь? Осторожно, Джон! А чё? Где? Почему здесь стоят машины? Центр города. Что у нас важного в центре для Джерико? Заключенные? Побег из тюрьмы. Он в тюрьме. А зачем? Ну, какой заключенный стоит вот всего вот, а, понятно. Всего этого. Получай, недоносок. Опа. Неплохо. Когда копы поймут, что их надули, ты будешь пить коктейль. А копы ловить беглых по всей стране. Ну а ты сам? Тратить 30 миллионов подаренных мне долларов. Сматывайся. В чем дело? Мой давний дружок. Откуда ты знаешь? Другая же машина. Ускорений нет, ни хрена нет. А как ты догадался, он? Бля, я его ни хрена не вижу. Ну, на Камаро Рам пытался остановить, это, конечно. Чё? Почему у тебя так быстро здоровье отнимается? Вот интересно, если с каким-нибудь трейнером попробовать разнести ему машину на каком-то бесконечном ускорении вне комы. Серьезно. Типа ему сейчас было поебать, я его еле касаюсь, у него отнимается запас прочности. А тут он так спокойно таранит машины. Блядь. Ускорения-то нету, сука, так что давай быстрее. Блин, ну с физикой якобы в реальной жизни вне комы. Здесь очень большие проблемы. И чё? Что реальность, блин? В Burnout Paradise был такой съезд. Помнится мне. Я-то куда собрался? Давайся, Джерико. Тебе крышка. Взял. Ага. Прикольно ты, конечно, блядь. Восстановился. Малята, ты прямо или поворачиваешь? Что за ублюдок? Держись, Джон! Джон! Алло, Джон Таннер! Аварий
Я веду преследование. Джерика направляется к Хантерс Пойнт. Это похоже на доки. Я понял, Джон. Хантерс Пойнт. Будь осторожен. Посмотрим. Я так думаю, что здесь скрипт. То есть мы не сможем его завалить до определенного момента. То машина ездит, то не ездит, блядь. Где жизнь, блядь? Ну ты сейчас ебется, блядь, пока ты разворачиваешься. Как наш напарник узнает, где мы? Нихрена. А чё мне на такой недоле покататься? Здесь заключенные бегают. Они сейчас по всему городу будут бегать, но это же не центр города. Сейчас он в кому пойдет и там все по новой, но только нет лица Таннера. Диспетчер, прием, это 40А30. Требуем подкрепления на старый склад Хантерпоинт. Джонс, у меня все под контролем. Таннер еле на ногах стоял в предыдущей катсцене. Да ладно тебе, пара вмятин, ее только украсит. Ну что, может дернем по пивку наконец? Внимание всем частям. Краденый автомобиль движется в сторону Марин Ридж. Говорит 40А30. Берем это на себя. Ты это серьезно, Джон? Что? Да, серьезно. Слушай, тебе же только что привели тачку в порядок и... Джон, опять за свое. Отлично, как скажешь. Но теперь я сяду в безопасную позу. Эй, убери ноги с торпеды. Я обращаюсь со своей задницей. Умолкни. На этом у нас игра считается пройденной. Блин, выживание, я больше не хочу. Ни одного раза хватило. Так, мы можем купить тачку Таннера. Мы можем спокойно вселяться. Бля, он все-таки предлагает мне его пройти, да?
Что его делать? Ну где-то здесь. А ну? Блять, заебал. Не утужить. Нет. Блин, ну опять что ли? Как-то не хочется. Здесь катается хоть. Может, что-нибудь интересненькое появится. Сейчас уже можно бесцельно кататься. Все, с меня хватит. Что такое? Эта работа завела нас в пучину рутины. Как я мог забыть про этих разговорчивых ребяток? Иди нахрен. В принципе, можно проходить то, что у нас осталось здесь. Такого рода там испытания и прочее, прочее. Здорово было бы отомстить этим уродам. Отплатить за то, что уволили. Месть, говоришь? В этом я знаю толк. Кстати, не удивлюсь, если так садишься в какую-нибудь машину, а там... Ну я такой по лицу я своим хуем шлепаю, вот так. А ну давай ржать, чувак. Охуительная идеология. Так, еще из дополнений можно, из дополнительных занятий здесь. О, кстати, классная машина. Чисто так. А, нет, слишком затяжные повороты. Блять, нихера броневик. Так-то вроде она послушная по сравнению с машиной Таннера. Но... Ну, можно сказать, что терпимо, как вариант. Давай дальше прыгать. Кстати, я не помню, показывал ли я все-таки тот момент с грузовиком, который я обещал. Но все это теперь в прошлом. Че, я смотрел, не будет у тебя ошибку. Ага. Да быстро, быстро, быстро сюда. Да, короче, мне было интересно, сколько соберет грузовик таким образом. Но потом оказалось, что ни хрена он не соберет, просто потому что... О, прости, брат. В лобовую он вроде как... Как ты догадалась вообще, блядь? В лобовую он вроде как собирает, а вот в бочину хер. Нет, не та. Это хочу. Там еще и куб еду. Да бля. Серьезно? Я хочу вот так сделать. Да, арестовывайте его, мне как бы поебать. Я неадекватный какой-то. Так, есть возможность преследования других. Короче, я покажу. Садимся сюда. Чувак... Где он, кстати? Мы перед ним точнее. Делаем вот таким образом. Теперь берем вот эту и вот таким. Так, а теперь, наверное, лучше давай тебе. О, блин, не надо его. Он не жалет. 10 кусков с неба упало.
Чего, блядь? Это что такое? Чего он в жопу ездит? Блядь, нет, я за время прохождения игрушки до хрена на них катался. Здесь у нас чего? Не хочу. Кстати, вот этот ублюдок, нет, нет, вот этот ублюдок, который мне не понравился, как он себя в городе ведет? На прощание поглянем. Вот как бы, блин, вроде бы нормально, но у него есть какой-то момент, когда как будто у него нету полного соприкосновения колес четырех с дорогой. Когда поворачиваешь, ну и плюс затяжные повороты. И вот как раз таки за счет вот этого эффекта, что он как будто бы не всеми четырьмя стоит устойчиво, его начинает затаскивать, как будто скользит. А когда мы ехали в одной из серий по какой-то там песчаной херне, то это прям всецело и полностью ощущалось. Ебать. Этот момент еще при прохождении Burnout Paradise говорил, озвучивал, что если у вас нет возможности уйти от лобового столкновения, дерните ручник, ну его нахрен. Если игрушка по типу Flatout, это здорово сэкономит вам время. Пока вы там из лобового вылетите, бла-бла-бла, лучше просто оставить бочину и ехать дальше. В случае, если не избежать столкновения. Если его можно избежать, то нахрен езжайте. Нехрен машину мучить. Что ж, поехали на классике. Зелененький Dodge Monaco. Кстати, классно смотрится. В общем, ребятки, драйвер Сан-Франциско пройден. И мы с вами прощаемся на этом моменте.